Лучший отдых с друзьями – это отдых на свадьбе. Но свадьба не может состояться без знакомства с родителями своей девушки. Ты меня пока здесь подожди, а я пойду переоденусь. Хорошо. Да где эта оливка? Вот с Нового года завалялась. Та, пуговица! Не, ну вы, качки, совсем оборзели. Я ж сказал, заплачу по кредиту. Вы не поняли, я жених вашей дочки. А, ну, наконец-то, садись. Рассказывай, любишь ее? Ну, конечно, люблю. А кто же ее не любит? Давай выпьем. Вы не поняли, мне нужно сначала с вашей женой познакомиться, так сказать, с будущей тещей. Это невозможно. Нету нашей мамы. Ушла наша мама. Я тебе дам, ушла! А, пришла. Зин, ну сделай пожрать что-нибудь. Ну что, мы так сидим, иди колбаски принеси. Только запомни, заходишь сейчас на кухню, видишь белый прямоугольник, это холодильник. Синий прямоугольник в горох, это наша Зина. Я тебе дам прямоугольник! А что, квадрат? Ты мне другой скажи. У тебя с моей дочкой было что? Да нет, мы договорились, что до свадьбы ни-ни. Молодец. А мы не сдержались. Ха-ха-ха. Зин, может, сходим в ЗАГС, документы подадим? А то же и вон дочка замуж выходит. А ты найди сначала документы. А ты мозг найди. Здорово, сосед. Здорово. Это кто там, Витя? Да. Передай ему, чтоб он сдох. Это кто? Ухажер. Ты что, под старый след с этими? Ах, стись. Это ухажер моей дочки, Лосенок. Сейчас за свадьбу разговариваем. О, свадьба. А у меня как раз для вас оркестр есть. Глянем в окошко. О, Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. А что, сейчас и под такую музыку хоронят? Прикинь. Так, пошел вон отсюда. Лосенок, хочешь жениться на моей дочке? Хочу. Тогда должен пройти испытание. Уважаемый куб, дай нам задание. Я тебе дам куб! А что, все-таки квадрат, Зин, ты определись. Григорий, вот это диджей я вам на свадьбу нашел, а? Витя, нафига мне бродяга с баяном? У меня на свадьбе шоу должно быть. Я не знаю, там факир? Легко. Стопка, зажигалка, Стасик, давай. А я извиняюсь, кто такой факир? Да пошли вон отсюда! Так. Кабанчик, продолжим соревнование. Конкурс. Я тебе говорю предмет, ты мне называешь действие. Готов? Готов. Поехали, предмет. Действие. Предмет. Действие. Вот такой невитиеватый конкурс. Григорич, чё? Свадьба это веселуха, а какая свадьба без цыган? У Курского вокзала. Так, а ну пошли вон отсюда! Ты, Ислам, как относишься к моей дочке? Знаете, какая у нас любовь? Да какая у вас там любовь? Вот у нас с Зиной любовь, правда, Зина? Да пошел ты! Вот какая страсть! И вот чтобы у вас так же было, понимаешь, до конца жизни. И была свадьба, о которой говорил весь город, и которую вспоминали долгие-долгие годы. И именно поэтому хочется сказать тост. Любовь! Это такая штука, словно ты маленький, слепой коротенок. Бежишь сквозь туман только с одним желанием, чтобы увидеть ее. Шекспир. Лавыс. Кто? Вкладыш Лавыс номер 135. Поэтому будем. Включай музыку, сейчас такое начнется! Oh yeah.
Поэтому, друзья, всегда берегите молодость. Молодость, куда уходишь?